Здравствуйте. То есть и до вас достала? Достала. Вот сейчас мы, друзья, находимся. Ева, Аленка. Видите, две девочки пострадали. Даже вот одна девочка ранена легко. Как? Приехали поздравить. Испугались девчата? А сейчас мы посмотрим, что натворила украинская армия с ихним домом. Вот, нет дома больше. Вот, сейчас полностью разрушен дом на улице Дружбы. Дети остались без дома, две девочки. Семья тут, папа инвалид, сахар у него получается. И так украинская армия, это от мира от Зеленского, так она любит Донбасс. Ужас. Просто-напросто прямое попадание мины 120, это не меньше. Здравствуйте, скажите, а кто хозяева? Сейчас там. Да? Отец, ну можно вы бабушку позвонить? Да. Офигеть. Ну полностью, все, дома нет. Считайте. Вот можете представить себе, люди жили себе, никого не трогали и полностью уничтожили дом. Это просто жесть, люди. У меня слов нет, у меня, я вижу, я представляю, как людям, у меня самого руки дрожат, почему? Потому что видя и понимая о том, что на зиму люди остались без дома, дети, и вот прилетел. На Кераспавлу там, да? Ну, понял, я на Славскую сначала хотел нырнуть. Да? На Славскую хотел нырнуть. Вот. Через вот, я понял, как по Богдану я поехал. И тут еще дом пострадал. Ну, то есть это снаряд, а может и не, даже не 120, может и побольше калибр. Ну, так просто разрушить дом. Рядом дом пострадал. Вот сейчас от подписчиков Татьяны Монтян, которые вот постоянно мне помогают. Танюша даже денежку прислала. Но тут случилось вот сразу, видишь дом. И мы понимаем, что нужно восстанавливать хотя бы для начала. Девчонки, возьмите 5000 хотя бы. Вот, хоть немного, как вам говорится, помощь. Может, кто-то где-то здесь приютят, соседи переночуют. А, друзья, если у кого останется, так, будет такая возможность, не проходите мимо. Вы видите, что сделали с домом. Нет больше дома у этих девочек. И жить больше им негде. Помогите, кто чем может, пожалуйста. Получается, друзья, вот он дом, а также пострадали еще и соседи. Вот машина полностью разбита. Ну, не полностью, да, но все равно очень сильно разбита машина. И, а вы дома находились, да? Да. Ясно. Жена как раз на работу собирала. Ну. Еще полминуты, и она как раз вышла к этому взрыву. Друзья, ну вот мы еще немного дадим денег. Возьмите. Немножко вам как бы помощи от подписчиков Татьяны Монтян. Спасибо. Может, друзья, ну кто-то что-то поможет еще. Ну, реально здесь жесть. Просто здесь даже стоят, ходить вон пострадали. Все поразносило тут. Просто-напросто. Люди остались на зиму разбитые. Вы без окон. Да, там без дома. Ну, в общем, Зеленский любит жителей Донбасса. Ох, как он их любит. А собака не пострадала? Нет. Слава богу, вот этому. Слава богу, вот этот песик не пострадал. Спасибо вам, друзья, огромное, что вы помогаете. Ну, надеюсь, что еще вы чем-то поможете людям пострадавшим.